Одни называют ее самым популярным произведением классики, другие – лучшим творением композитора. Первые аккорды 40-й симфонии Моцарта, пожалуй, знакомы каждому. Известная не только знатокам классики мелодия прозвучит на сцене зала органа и камерной музыки в исполнении Сочинского симфонического оркестра. Самые известные классические произведения, при звучании которых каждый скажет: «О, я слышал эту мелодию, я слышал». Во-первых, это невероятно приятно играть, слушать, я уже тоже в этом не сомневаюсь. Программу назвали «The Best», и действительно, судя по афише, оркестр будет играть только самое лучшее. Украшением вечера станут отрывки из симфоний Моцарта, Бетховена, Чайковского и Брамса, но в не совсем обычной форме. Мы сделали симфонию, но составили ее из разных частей разных композиторов. То есть мы выбрали самые сильные стороны четырех симфоний: симфонии Моцарта, симфонии Бетховена, Брамса и Чайковского, и объединили в одну симфонию, сделали такой симфонический цикл, который собрал в себя the best, то есть самое лучшее, что было написано в этих жанрах у этих композиторов. Финальным аккордом программы станут половецкие пляски Бородина из оперы «Князь Игорь». Все это уже в пятницу на сцене зала органной и камерной музыки.